Господи, как тяжело установить фотоаппарат. Ты не представляешь, браток. Я не пьян. Не принимал ничего, никаких транков по рецепту врача, ничего. Просто сейчас. Я опять сейчас потеряю свои очки, потому что я так рад, что ты встретилась со мной вчера. И мы гуляли по горнолыжке, ты красиво, волосы, как и губы накрашены, и пирсинг на носу. А я простой человек, и как... Какую-то чушь принес, да? Это я, да, нормально. Давай сейчас перемотаем. Я хочу левой рукой играть. Хотя это не предназначено. В общем, мы вчера встретились. Я угостил тебя пивом и сигаретами с кнопкой. И я был пьян, я был грустен. Ты была так рассудительна, и мы с тобой тусовали. Но я был словно в одиночной камере с тобой. Узнавая об этом мире, я понимал, что я ниже червя, что я хуже всех, что вокруг одни прохиндеи, что каждый здесь спит со всеми, меняют перчатки партнеров. Все мстят друг другу, ревнуют и злятся и прочее дичь. В то время как я играю и сижу, рисую игру по готике, которая никому не нужна. И вот я надеюсь, ты снова встретишься со мной, потому что это придает мне радость, так как такова культура современного общества. Если ты гуляешь с девушкой, то ты чувствуешь радость, но это на самом деле ненормально. Ну, то есть, это навязано. Раньше просто не восхищались так. Ну, конечно, в 19 веке восхищались. Короче, похер. Я люблю девушек, потому что я русский человек. Родился в культуре, где все песни, все про то, о, как прекрасно, там, знаешь, ну, короче, ты знаешь все это, как там песня называлась, начиная от «Миллиона алых роз», заканчивая «А какая девушка?». Давай, чуть-чуть включу проток. Чтобы включить браток тебе. Тут пошли мои треки, но я не буду это слушать. Это все херня, я не умею петь. Не умею.
умею петь, не умею петь. О чем петь? Я просто ни о чем не могу петь. Я пью кофе и нарисовал игру за людей в погодке. Никто в нее не будет играть, кроме меня одного. И ты пойдешь тусовать с разными ребятами. Вы будете там устраивать групповуху и тусовать, бухать, курить — это на каждом шагу. А я хиклую, я инцел и думен, и мне похер. Но я принимаю антидепрессанты, а где-то за рубежом есть полуавтоматический карабин и штык-нож специальным лезвием, заточенным, заостренным, одевается и ты крут. Осуждаю этот последний тейк. Оружие — это плохо. Просто я бы взял арбалет или молоток и разбил бы стеклянную стену вокруг меня. Потому что я все время один, я не знаю почему. Там с тобой идем, я чувствую себя еще более одиноким. Я чувствую, что я из другого мира, и ты. А я просто хотел жениться на тебе. Но ты кинешь меня на элементы, а я кинусь. Нет, не призываю, никуда я не кинусь. В общем, я мечтаю прожить до старости с тобой. Ты будешь кричать на меня, я буду просто спокойно отвечать. Потому что я сумасшедший, я принимаю таблетки по рецепту врача. Моя жизнь давно сломана, свет бросила ты меня. И мне похрен, я сейчас пойду куплю попить, пить хочется. Следующая песня называется «Тихон Мышкин играет левой рукой на гитаре и не умеет играть петь, и у него нет девушки, он думер, я думер». Я просто выпил воду, я Тихон Мышкин. Yeah.
я всего лишь рыба под мостом. Я лишь туча, я лишь холст и бандок, точнее наоборот, но это не важно все. Я принимаю флот за тинг, и мне более-менее нормально еще, потому что есть надежда, что девушка встретится со мной в моем городе, представляешь? Это квантовый скачок метафизики. Эйнштейн такого не прочитал, не прочитал. Эйнштейн и Ванга сказали: Саня Леонин будет им целым до самой смерти. И сам Бог сказал мне: просто забей на все, делай игры свои. На самом деле Бог о чем не говорил, потому что я не слышу голоса. Да, я шауе, но я не шиз. Слушай, какая мелодия. Мелодия, потом энергия. Давай еще раз я включу. Ванга сказала, что Тихомышкин будет святодественником и целым и дунером. Я Тихомышкин, мелодия. Вот мелодия, да? Офигенная. Такая спокойная. А потом... мелодия и энергия такая просто офигенная. Мы с тобой на концерте Эмма Мидвест, Эмма славимся победа. Ой, кулачок, браток, деваха. Можешь потрогать член, как Лил Пипа на концерте Лил Пипа. Я не знаю, он подходил там, трогали его член, ну это вообще... Это нормально для американского общества. А здесь гопники ходят, тусуют. Они хотят узнать, куда ты суешь свой член. Но они не догадываются, что я просто никуда не сую, потому что я им цел, блядь. Девушка, избил друг. И у меня не видел никакого будущего. Я не видел ничего, кроме ужаса. Меня избили менты. Я не видел жизни. Я видел лишь страх. Ужас. Скрипник.
И я каждый раз думал, что мне не проснулся с утра, сердце разрывалось. Я был все время один. В отдельной квартире я просыпался. Надежда никогда не проснулся. У меня были суицидальные мысли. Да, да, это было ужасно. Но потом я стал принимать лекарства, рецепты врача. Моя жизнь изменилась, но травма навсегда осталась. Потом она усилилась, более интенсивная, но, понимаешь, в ней душа есть. Я сейчас абсолютно трезв. А вот смотри сейчас. И дальше такой голос. Скор. Такое, вот, знаешь, как будто сейчас что-то начнется такое, знаешь. Передавай. Какая крутая музыка. И голос такой, да? Шутка. Эй, детка, я так люблю тебя. Посмотри, какое прекрасное солнышко. Я просто обычный, умственно отсталый. Это нормально. Я просто остаюсь ребенком. А вот сейчас послушаем. Офигенная мелодия. Какая ритмичная, какая мелодичная. Просто слушай. И еще это барабан. Это фура, это грамотно. Еще голос такой, знаешь, просто. Он даже не поет, он просто серьезно что-то говорит, блин, так круто, приятно звучит. Ну, дальше мне не нравится уже завтра.
меня к тебе. Здесь все разрушается, и кажется, что все это сон. Такого черта я должен ждать. Пора винтовку с прикладом брать. Ждать, что ждать, не знать. Звуки волны катают меня, когда я приму таблетки от депрессии. Все вокруг расплывается немного, и особенно с любыми становлюсь я как грустный. Пора пить кофе. Здесь был.